Меня зовут Рой Бейкер, я играю роль Талиона в Shadow of Mordor. Я Кристиан Кантамесса, и я один из сценаристов и директоров Shadow of Mordor. Как только мы познакомились, с первого взгляда стало понятно, это тот чувак, который мне нужен. Ему можно доверить эту задачу. Мы отлично сработались, и страницы сценария буквально оживали на глазах. Я бы сказал, что Shadow of Mordor — это новая глава мира, который создал Толкин. И она как бы заполняет пробел между историей Хоббита и историей Властелина Колец. Главной задачей было создание чего-то нового для Shadow of Mordor, на фундаменте, который уже был создан Толкином. Мы с уважением относимся к его идее, фанатам его книг и вселенной. Поэтому мы с большей скрупулезностью изучали материалы, а потом применяли наши знания, создавая видеоигру. Это было просто офигенно. Мы создавали очень интересные сцены и богатые эмоциями. Нет ни одной сцены, которая была бы лишней. Все было сделано с определенной целью. Все, чем я мог им помочь, это поговорить с актерами, задать пару вопросов, посмотреть, где еще я смогу углубить историю с визуальной точки зрения. Потому что это моя работа, сделать героев как можно более живыми. И мы так сдружились, что каждый старался помочь друг другу. И как только они настраивались на нужную волну, моей задачей было вовремя исчезнуть и начать съемку. Что это за место? Сам посмотри. Средиземье. Тень Мордора. Релиз 7 октября 2014 года. Сделай предзаказ и получи темного рейнджера.